Как быть со своей любимой коляской зимой? Ведь многие модели не готовы ехать в снег. Обязательно ли покупать санки? Вовсе нет, если у вас есть вот такие лыжи. Они подойдут на большинство колясок, и практически любую модель можно превратить в настоящий снегокат. Лыжи нужно отрегулировать под колеса своей коляски всего один раз. Для этого потребуется отвертка. Расслабим крепление, поместим туда колесо. Обратите внимание, что металлические держатели должны быть четко на колесе. Далее закрепляем колесо, закручивая винтики сзади и спереди. Готово! Лыжи очень легко снять, просто поднимите вверх держатели и снимите лыжи. Их можно положить в корзину коляски, когда они не нужны, а когда снова понадобится, наденьте. Такая смена очень актуальна в Москве, где одни дороги полностью очищены от снега, а другие заметены. Коляска сможет легко преодолевать сугробы и снежные дороги. По-моему, это гораздо удобнее, чем любые санки.